Мы с Андрюшей вышли в магазин. Капец, сегодня в этом году зима, да? Я не знаю просто. У нас все завалено снегом. Дороги не чистятся, ходить вообще очень сложно. Я говорю, в этом году, да? Ты посмотри, какой завал снега. Да, будь то, да. Я говорю, на даче мы будем плавать в этом году. Идем в дачу. Ты выбираешь, хочешь еще луку взять? Если ты говоришь, что есть, то не буду брать. Да, лучше там завтра или послезавтра. Да. Надо тут доесть сначала. Редиску вот можно. Редиску ты взяла? Да. Всем добрейшего утречка. У меня сегодня кашка на завтрак. Сделала сегодня на воде. Помидорка, зелень. Блин, опять у меня что-то, блин, запор. Я уже задолбался этими запорами. Прямо организм не хочет никак избавляться от старого и ненужного. Что я хочу сказать-то? Смотрите, какие молодцы. Вчера пригнали трактор, людей еще раз. И расчистили прям все аж под асфальт. Ну, это то, что за ночь нападало. У меня иногда складывается такое впечатление. Блин, забыла мусор, ё-моё. Ладно. Впечатление о том, что как будто кто-то сидит из ЖЭК и смотрит мои видосы. Знаете почему? Только я сказала, что, блин, там через дорогу, когда переходишь, в школу невозможно. Там такой бугор был, и просто чистый лед. Идти нереально. Я уже там падала, и уже все ругаются. Только я пока влог вышел, на следующий день хлоп, смотрю. Стоят, дубасит этот лед. Только вышел видос о том, что невыносимые сугробы, ходить невозможно. Сначала пригнали тракторы, людей почистили, а вчера снова все пришли и почистили уже просто чисто под асфальт. То есть они весь лед соскоблили. Надеюсь, не с асфальтом. Вот, молодцы, конечно. Правда, за ночь уже опять поднападало немножко. Блин, ну как же я мусор-то забыла, а? Там мусор до хренища. Ладно. Я сейчас иду на Валберес. У меня там триммер пришел для лица. У меня мой сломался, блин, уже где-то неделю назад. Я заказала другой такой. А тот я покупал за 1300. Ну, недолго, я хочу сказать, он проработал. И такая хрень вообще, мне он не понравился вообще. Я заказала за 400 рублей. В этот раз посмотрим. Как говорится, дорогой вес, дешевый. Посмотрим, сколько этот продержится за 400 рублей. Потом я еще заказала штатив, который к столу крепится. И можно снимать сверху, сбоку там. Короче, такое. Вот, штатив за 1300 тоже сказал. Но штатив еще не пришел, что он долго идет. И заказала еще травки. Мне так понравилось травы пить вместо чая, что чай я начинать даже не хочу теперь. Вот. Травы тоже не пришли, потому что я их только вчера вечером заказала. Ну что скажешь, как салат? Илюха ест мой салат с тунцом, который я вчера сделала. Только я себе сметанку 10% добавляла, а тебе с майонезом. И себе я не солила, а тебе посолила. Чуть-чуть. Еще посолить побольше, да? Можно было тоже. А, не солить? А, ну я же не знала. Что-то у тебя в последнее время какой-то шухер на голове, ты не находишь? А, потому что у тебя волосы отросли, да? У тебя же были все время короткие, ты встал, что, блин, это ежик был, да? А сейчас у тебя короткие, подлиннее стали волосы, и у тебя постоянно шухер на голове. Дети меня упросили сделать ему сухариков. Сухариков. Я, короче, знаешь, как сухарики делаю? С копченой паприкой. Вот, с чесночком. Вот такие красивые сухарики получаются. Такие, как красненькие. Получила я триммер. Это не триммер, это слезы. Здесь такое маленькое, тут и не знаю, это вообще как. Тут что тут брить, блин. Мы посмотрим, конечно. Аж прям вообще. И мой вот этот за 1300. Он такой основательный. Он просто сломался, к сожалению. Вот я его включаю. Ноль эмоций. Но если... Сейчас... Вот, видите? Если снять
головку, то если вот так чуть-чуть, сейчас, тыщ, все. То есть, когда одел, все, не работает. И вот сняла я тоже, не работает, но долбанул, работает. У него сама вот это вот, видать, сам механизм. Не знаю, иногда бывает, когда вот так чуть-чуть, нет, не получилось. Иногда бывает, что чуть-чуть работает. Ну, я выкидывать его не буду, потому что хоть через раз, но он еще иногда включается. Потому что вот это чудо за 400 рублей, я даже не знаю, сколько оно проработает. Слушайте, мне так понравился этот триммер. Он такой компактный, как ручка, маленький. Да, немного шумноват, простоват. Посмотрим, сколько он продержится. Но, в принципе, я спокойно побрила, все окей. Пришло время подкрасить корни, потому что уже, сейчас покажу, не знаю, видно или нет, уже достаточно такие большие корни. Еще же седые. Вот это меня больше всего бесит. Вон прям блестят. Я, короче, в этот раз решила, не буду полностью все волосы красить, чисто корни подкрашу. Все. Я, знаете что, я решила весной, мне там одна краску, я смотрела, цвет понравился. Сейчас у меня вот такой цвет. Гранатово-красный. А ближе к весне я хочу покраситься, называется красная вишня. Он такой... Ну, гранат, он более такой приземленный, скажем так, да, более темный, а красная вишня, он более красный. Хочу попробовать еще более красный. Ну, только я уже обесцвечу волосы, чтобы они были посветлее. Видите, когда краска смывается, они просто становятся коричневые. Вот здесь у меня волосы просто коричневые. А вот здесь, вот где корни, так как я не обесцвечила свои, здесь такая в красноту. Брови тоже накрасила. Что-то какая-то краска, я хочу сказать, странноватая. Она не красная, она фиолетовая. Господи. Поэтому пришлось почти все закрасить, потому что я испугалась, что будет где-то клок розового, где-то клок фиолетового. Я так переживала, что при смытии она у меня будет, волосы будут фиолетовые. Но слава богу, этого не произошло. Все нормально, красненькие. Конечно, сейчас они прям ярко-красные, но потом они смываются и становятся такими розоватыми. Сегодня решила сделать котлетки по-новому. Такие котлетки, это говяжьи. Они как, ну, для бургера, знаете, плоские. Я помайонезила. Это я делаю две Андрею, две Илюши. Сейчас на нее положу, как мясо по-французски, лучок. Лучок положу на каждую. Потом помидорка. И сверху еще сырок. Как мясо по-французски, только это котлетки. Говорят, что очень вкусно. О, я думаю, уж лука много порезала. Еще и не хватило. Илюше готовлю шампиньончики с гречкой. Сейчас шампиньончики вот с луком обжариваю. Это мини-шампиньоны. Потом добавлю сюда сметанку и сливки. Ой, смотрю восьмую серию. Подождите. Девятую серию сериала «Легенда». Турецкий сериал. Вот в итоге какая котлетка получилась. Сейчас Илюша ее поп... Ну, Илья, ну давай. Ты прям сразу хочешь проглотить ее, что ли? Нет. А мне будет? Нет. Почему? Ты же лук не ешь. Нет, это только с луком. Это, можешь по маленькому кусочку, или ты хочешь прям сразу половину котлетона съесть? Нет, по маленькому. Ты ешь так, что надо же наоборот. Оно же упадет. Нет, на пахну. Ну и как тебе? Короче, похоже на котлету с луком, помидором и сыром. Или я сейчас втащу. Здесь все нормально. Это понятно, что это котлета с луком и с помидором и с сыром. Ну, вообще, нормально, вкусно? Угу, нормально, вкусно. Еще Ура, мне пришел штатив. Сейчас буду его открывать. Ребята, господи, знаете, какой у меня рост? У меня рост 1,74 м. Я вырос на 2 сантиметра, получается, за сколько? Когда последний раз измерялись? За где-то полгода, где-то за год. Короче, люди, кажется, даже 18 растут, я не знаю. Я бы знал. Хочу кушать. Бери, кушай. Все отлично. Я боялась, что
будет что-то не хватать или что-то сломано, потому что я смотрела, были такие случаи. Поэтому я очень сильно переживала за это. Здесь держалка вот такая для телефона. И вот такая. Вот это я больше всего хотела. Она полностью на телефон. Ну, тут разъезжается, понятно, да? Вот. Это держалка для... Не знаю, все зависит от того, куда его прикручивать. Это для стола, можно к подоконнику, да куда угодно. И сама вот это вот, и сам вот этот штатив, который будет снимать сверху. На эту шишечку одеваешь вот этот. Здесь раскручиваешь. Так. Кстати, штатив металлический, обалдеть. Я думала, он пластмассовый. Нет, металлический. Сейчас попробуем одеть. Опа, есть. Вот так вот оно выглядит. Класс. Сегодня попробуем кое-что снять.